Всем здравствуйте, Донечка, Донечка, девочка. У нас Доня большая любительница помидор, прям большая. И вот чуть-чуть порезала, да? Ой, а кто это тут сидит? Ой, она тоже чуть-чуть рядышком. Ну а как же? Донечка, а ты где? Я тебя теряю, господи. Мамка твоя ничего не видит прямо, ничего не видит. Нет, первой Донечки. Ну, ля-ля, вафля ты наша, а? Донечка, на, девочка, хватай. Да, успела схватить. Так, фиёнок. Шейх, а ты считаешь, что ты тоже помидорку уже будешь? Так, где тут? Так. Донечка, сейчас, потому что это из-за тебя помидорка, да. Малыши, малыши, успели получить? Вот. Так, ну-ка, вторая малышка. Малышка, глюпышка. О, ты полетела. Ляля. Доня, Доня, иди сюда. Мила скажет, какую ты ерунду едят, помидоры. Фигня какая-то. Да, 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 хватай, хватай, Донечка. Хватай, миленькая. Шейх, тебе-то вот, ну зачем помидор, а? Ну зачем тебе помидорка? Тебе тоже надо помидорку, да? Ой, Гена, Генечка наша и геройка. Ой, все получили. Буся с Милусей сказали, вы что, чумачечей, что ли? Какие помидоры? Мы собаки. Мы собаки. Мила себя псом считает, да? Скажи, конечно, я пес. Что, еще чуть-чуть осталось, да? Донечка, а ты что, больше не будешь, девочка? Девочка, идем, идем, идем. Я же ради тебя ее порезала. А эти уже... Лялька все забрала, да? Знаете, малыши, малыши, давайте вот так, по кусочку отрывайте, чтобы не подавились. Так, вот, вот, все получили. Все их не получил, да, вот, вот, вот. Ой, что это такое? Что такое? Кто тебя напугал? Кто тебя напугал, малышок? А? Пискнул так. Я мать, что ли, напугала? Потому что рядом никого и не было. Мать скажет, не дадите мне помидоров с матерью поесть. Язык. Ой, ой, все полезали, да? Больше возьми, да? Ви, гусинка, миленькая гусинка. Ой, так деликатно. Так, так. Так. Вот. А, тебе подносить еще надо, да? Подносить тебе еще надо. Ох, какой принц-то. Ну все, малыши, вы съели. Все, полакомились помидоркой. Мои фрутоядные и овощеядные собачульки. Да? Но мы желаем всем хорошего денечка и отличного настроения.